пригласим на сцену еще одного выпускника военмеха. И мы уже приглашали его на сцену, он уже пел прекрасные песни. Мы говорили о том, что после военмеха он в военмехе он раскрыл в себе вокальный талант и поступил в консерваторию. А сейчас хочется сказать о том, что этот человек представляет целую военмеховскую династию. И вот только что перед тем, как выйти на сцену, мне сейчас он меня спросил, вы про моего дедушку что-нибудь будете говорить? И я думаю, я, когда назову фамилию, то все догадаются, о ком речь. Правильно? Правильно. Он кивает головой правильно. Итак, встречайте аплодисментами человека, который выбрал свой путь, и путь свой в жизни начал с военмеха. Алексей Кобарев, который исполнил песню «Май-вэй». Встречайте его!